Я Наталья Некрасова, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному осваиванию абсолютно любой вязальной машины с нуля. Открою вам тайну. Нулевиков никто не любит. Они невнимательны, они все путают. Они стараются пропустить скучные этапы привыкания к машинке и хотят сразу браться за изделие. Естественно, у них ничего не получается, и естественно, все вокруг в этом виноваты, как обычно. Зная это, мы создали курс именно для тех, кто только приобрел вязальную машинку, кто вязал много лет и все основательно забыл, или кто уже пробовал вязать и понял, что самостоятельное освоение идет очень медленно, а хочется-то быстренько набрать вязальный опыт и перейти в разряд мастеров не меньше. Поэтому, учитывая желание новичка поскорее связать свитер, мы за 2 урока научим вас управлять вязальной машиной так, чтобы пропали проблемы, которые не позволяли вязать столь желанный свитер, чтобы машина стала вязать пряжу, которую раньше почему-то не провязывала, чтобы стали легко выполняться те приемы вязания, которые до этого совершенно не получались, и чтобы готовое изделие вязалось бы на нужный размер клиента, а не как получится. Курс машинного вязания для новичков подходит для любой вязальной машины, потому что проблемы у начинающих одинаковые и не зависят от типа вязальной машины. Но тем не менее записан 2 варианта для машин с нитеводом, и для машин с ручной прокладкой нити. Чтобы машина вязала легко и как бы сама собой, сначала надо научиться правильному набору и не терять петли при вязании. Так уж исторически сложилось, что у нас в России не ценятся самоделки. Если видно, что вязание кустарного изготовления, так называемый самопал, круг ценителей и покупателей будет невелик. Люди не платят за то, что они могут сделать сами в таком же качестве. Восхищение, вопросы «где купила?» вызывает только одежда идеального исполнения. Если задают вопрос «сама вязала?», значит, качество еще не на высоте. Чем вам поможет курс для новичков? Быстро освоить основные приемы вязания, начать вязать и для себя, и главное, на продажу. Систематизировать имеющиеся знания и заполнить возможные пробелы в вязании. Научиться делать правильные петельные пробы, а ведь это основа попадания в размер. Самое главное, снять страх перед машиной и поверить, что вязание это несложно, если знать, как вязать и отработать приемы вязания до автоматизма. Мы покажем вам, что машинное вязание это не просто механические действия, а работа и руками, и головой, потому что машинка не бункер, куда бросают пряжу, выбирают модель изделия кнопочкой. То есть первый курс это не просто видеоинструкция какого-то пошагового изготовления конкретных изделий. Первый курс – это видеоинструкция с обратной связью, как выполнять приемы вязания, чтобы не возникали основные проблемы новичков – бросы петель, обрывы нити и прочее. Это не просто инструкция, а ответ на ваш главный вопрос – что я делаю не так и почему конкретно у меня не получается вязать. Любой, кто проходит этот курс, после 2 предварительных занятий вяжет первое изделие – шапочку с ушками. Главная задача здесь не шапочку связать, а в размер попасть. И следующий этап – создание любого из 2 предложенных вариантов джемпера на выбор, либо оба сразу. То, что вы видите, это проблемы, с которыми приходит учиться, потому что самостоятельно не понять причину главных неудач. Кривой наборный ряд, вечно рвущаяся рабочая нить, слетающие петли по бокам в середине, огромные висящие петли по краям, затянутые или наоборот рыхлые края, ломающиеся иглы, стопорит каретка, срезание полотна с иглы и... Плюс к этому неумение читать рапорты, отсюда вечные поиски чужих схемок. Незнание, назначение и неправильное использование инструмента к машинке. Ну и главное, невнимательность к требованиям инструкции. Я прекрасно вас понимаю, печатная инструкция, созданная мужчинами, слишком суха, непонятна и неприятна для нас, эмоциональных женщин. Вот это основные проблемы. И мы вместе с вами решим на практике под нашим руководством с обязательной обратной связью. За 1 месяц вы выполните 4 урока, в каждом из них множество заданий, после которых ваша вязальная жизнь кардинально изменится в лучшую сторону. Появится признание вас мастером, семье и ближайшем окружении. Появится желание и возможность вязать не только для себя. Вырастет уверенность в результате и появятся заинтересованные заказчики. Наша школа изначально создавалась для обучения вязанию новичков, поэтому обратная связь входит в стоимость. Мы не продаем курсы без возможности задавать вопросы. Это позволяет лучше усвоить материал, так как проблема и даже ступор возникает из-за мелочей. Любая, самая маленькая помеха на стадии вхождения в вязальную тему может вызвать мысль, что это не мое, это слишком сложно, и как мне пишут, руки у меня не из того места растут. Это ужасно. Поэтому первые 2 урока ученики вяжут образцы, чтобы страх ошибки был пропорционален размеру потраченной пряжи. Страх испортить целый свитер очень велик, и часто именно он не дает возможности подойти к машинке. Посчитайте, стоимость обучения на курсы меньше стоимости свитера, который вы можете купить в магазине. Свитер за 3000 вы купите один,
А на основе полученных знаний и навыков сможете не только связать много вариаций свитеров, но и забудете о страхе перед машинкой, так как приходит твердая вера в себя и желание вязать все подряд. Наша методика такова, что нет времени сомневаться и думать о страхах и проблемах. Ограничение по времени заставляет выполнять задания, а успехи сокурсниц придают уверенность, что они могут, а я что хуже? Знаю, что многие сомневаются в возможности учиться через интернет, потому что кажется, что реально научиться можно только при личном общении. Но посмотрев на успехи наших учениц, обучавшихся в прошлых потоках, многие жалеют, что не вписались раньше. Вы видите некоторые отчеты тех, кто проходил курс в сентябре 2020 года, и раз вы опоздали на начало, мы даем еще один шанс пройти курс и освоить машину тем, кто не верил, что можно быстро начать вязать, как мы говорим, без остановки, то есть все подряд. Кто уже пожалел, что не начал вовремя и отстал на целый учебный год до старта следующего потока. Именно вам мы предлагаем возможность стартануть с группой единомышленников, которые на долгие годы станут вашими друзьями. И уже без ограничений, совсем скоро вязать на машинке себе, близким, главное, на заказ. Внимание! Занятия актуальны, особенно для новичков вязания, так как будем работать на одной игольнице. Вводный курс адаптирован для любых вязальных машин, но предупреждаю, неограниченно просматривать уроки можно только с компьютера. В программе курса 4 урока с пошаговым изучением машины для двух типов – с нитеводом и с ручной прокладкой нити. Это наборы петель разными способами, создание эластичных жестких краев, работа с бросовой нитью, подборы плотности для вязания, варианты исправления брака, закрытие петель, убавки-прибавки петель, подгибы, клапаны, козырьки, работа с инструментами для вязания, чтение рапортов и так далее. Очень много информации. И на третьем уроке вы соберете все эти знания в первое серьезное изделие – шапочку с ушками. На четвертом уроке свяжете первое крупное изделие – джемпер-рыцарь или джемпер-мотылёк, на которых повторите все те же технологии, что были использованы в шапочке, но на более сложном уровне. Если вам не нужно изделие в полный размер, свяжите его в мини-формате. Отработка информации техник вязания будет ровно такая же. И если вы опоздаете на живой поток, ничего страшного, сможете пройти курс в индивидуальном порядке, но также с обязательной персональной поддержкой. Все подробности под этим видео. Ваша Наталья Некрасова.